Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый видеоролик о бирже CoinEx. Сегодня я вам покажу, как можно купить криптовалюту на бирже CoinEx, не вводя криптовалюту, а оплачивая сумму с карты. Заходим на саму биржу CoinEx по ссылочке в описании, нажимаем здесь «Купить криптовалюту». Переходите вот на такую страницу. Ага. Вот, и... переводите я на русскую. Вот, и здесь вот вы можете купить, допустим, биткоин, биткоин кэш, эфириум, лайткоин и USDT. То есть все эти виды криптовалют вы можете купить, оплачивая с карты. Сразу дам предупреждение о том, что будет комиссия, но комиссия будет не от самой биржи CoinEx, а именно при покупке с карты. То есть в зависимости от того, какой картой вы пользуетесь. И... я вас предупредил, чтобы вы знали и не удивлялись, не думали, что это какие-то проблемы у биржи. Ну, я знаю, что мой один друг покупал криптовалюту через свою карту, и он покупал на другой бирже, но, тем не менее, тут разницы большой нету, и была комиссия. Он говорил, что когда он снимал, то все-таки комиссия была. Вот, когда вы будете покупать, вам придет, наверное, код на телефон, вы его подтвердите, вот здесь написано «Подтвердите свою личность». Вот, выбираете просто криптовалюту, и после чего, когда вы уже все купили, вы видите, что с карты снялись деньги, вы сразу же можете посмотреть свои депозитные записи, либо просто вот заходите в свои активы, ну, то есть это активы, это имеется в виду как раз ваши пополнения, вот, и здесь в активах вот увидите, вот, если вы покупали ZT, вы видите здесь баланс, если эфириум здесь, биткоин кэш здесь, а биткоин здесь. Цет монету, ну именно монету от CoinEx, от самой биржи, купить именно через карту саму нельзя, но когда вы уже приобрели USDT, биткоин или эфириум, то вы можете уже здесь нажимать на сделку на монете Цет. Выбираете криптовалюту, которую вы купили, допустим USDT. Вот, и здесь вот вы можете увидеть цену в среднем, цену, по которой вы сможете быстро выкупить, и вписать сумму, на которую вы покупаете данные токены. Ну, вы можете поставить выходный ордер, ну, который вы хотите сами, и дождаться. Если же вы делаете это сразу уверенный в токене, то вы можете просто выбрать уже существующий ордер и просто быстро купить монетки. Я надеюсь, данное видео было вам полезным, потому что, ну, я показал, как купить криптовалюту через карту. Я думаю, многие как раз так бы и хотели, ведь кто-то начинает зарабатывать на криптовалюте и еще новичок, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ждите следующее видео. А в следующем видео я планирую провести конкурс между своими подписчиками, то есть между вами. Конкурс будет очень интересный, условия будут простые. Поэтому, друзья, ставьте колокольчик, не пропускайте моих видео. Всем удачи, всем пока.